Году. Пригороду. Грузите скорей, что сумели собрать под рыдание ворон. Уже расстреляли, расстрели, и взорван уже Камерон. Застрявшим колоннам сигнальте, скрывая под ветошью кладь. Уже павильоны Ринальди под горку ведут убивать. К Варенге разбит бесподобный и пал под бомбежкой земцов. Они достают бронебойными до двух предыдущих веков. Разрывы, как жуткие корни, вдоль улиц встают там и тут. Развалины флигелей черных, как зубы больные, гниют. Трехтонка последняя мчится, чихая по насыпи вдаль. И женщины все пересчитывают, спасенный фарфор и хрусталь. И еще одно стихотворение Алексея Ахматова. Старик уже 70 лет не солдат, свой век доживает в квартире отдельной. Давно обвалился землянки накат, что роту его согревало подстрельной. Буржуйка истлела в труху, но старик забыть ее в теплой постели не может. Ту яму сегодня обходит грибник, да в мелком кустарнике прячется ежик, а лужа на дне, в обрамлении хвощей, как нефть, непроглядна и тяжелокровна. И кажется, лишь арматура корней удерживает перегнившие бревна. Но это иллюзия. Бруствер стоит, и кратер землянки сурово зияет, поскольку живет еще ветхий старик, и все вспоминает ее.